Всем привет! Сегодня я хочу сделать распаковку из сайта мыла Опт. Первое, что я вам покажу, это мыло. Мыло-основа с козьим молоком. Захотелось мне попробовать мыло на такой основе. Производитель Англия. Я покупаю мыло-основу только этого производителя, потому что это проверенный производитель. Это самые лучшие отзывы о мыли из этой мыльной основы, поэтому только доверяю данному производителю. Дальше что у нас? Масло косметическое жожоба. Хочется мне добавить мылка, сделать что-то новое, необычное. Отдушка медовый мусс для мыла с нуля. Также я добавляю мыло с основы. Очень сладкий, вкусный аромат. Я уже такой брала один раз. И мне понравился аромат. Поэтому еще раз возьмем и сделаем медовое мылко. Дальше. Это формочка для бомбочек. Я попробовала делать бомбочки для детей. Дети счастливы. И вот мне захотелось круглую формочку. Потому что я делала с маленьких силиконовых, а вот именно такой шара у меня не было. Теперь сегодня, может, даже сделаю с этой формочки бомбочки для ванны. Что у нас еще? Это бумага Тишью. Я ее часто заказываю для упаковочки мыла, коробочек. Можно подстелить в коробочку, и будет очень красивый фон. Это чек мыла Опт. Все очень аккуратно было сложено, все укомплектовано. Поэтому я доверяю этому сайту. Все. Подход ответственный и рекомендую вам. Всего доброго. До встречи.